Vitaly, welcome to the club. How does it feel to say you're an Everton player? Дякую. Я почуваю себе дуже добре, і я щасливий бути у цьому клубі, і я буду намагатися зробити все можливе, щоб вигравати кожен матч в цій футболці. What most excites you about joining Everton? Мене хвилює дуже велика відповідальність перед вболівальниками, тому що я бачив останні декілька ігор на Goodison Park, і це неймовірно. Неймовірні фанати, перед якими я дуже відчуваю відповідальність. Why do you feel it's the right time to make this move, to leave your homeland and a club you've been with all your life? Действительно, мне очень было сложно решиться на этот шаг. Это большой и важный шаг в моей жизни, и я считаю, то, что я должен дальше расти, и такая лига, как АПЛ, это очень большой прыжок в моем карьерном росте. Я надеюсь, что я здесь буду помогать команде. You're still young, only 22, so do you feel you can reach your full potential with Everton? Мне 22, и я не чувствую себя молодым. Я уже имел опыт на европейском уровне, и я надеюсь, то, что мой молодой возраст это только будет в помощь команде. And what strengths do you feel you'll bring to the team? Your pace and tackling are both attributes. Ну, я не люблю о себе говорить, и это я считаю неправильным, но наверное, это желание побеждать, самоотдача, физические возможности я не буду рассказывать. Желание и самоотдача – это самое важное. Okay, and the manager, Rafa Benitez, has spoken about providing service, how much he wants his full-backs and wingers to provide service to Dominic Calvert-Lewin and the other strikers. So, do you view that as a key part of your job? Ну, я люблю играть на атаку, я стараюсь играть на атаку, так как современный футбол требует то, чтобы крайние защитники играли на атаку и также оборонялись хорошо в обороне, поэтому я надеюсь, что у меня будет все получаться. You started as a center back and you can play wing back and left midfield, so do you consider yourself a versatile player? Моя основная позиция – это левый защитник, но я могу, наверное, сыграть и центрального защитника, и правого защитника при необходимости, поэтому я, наверное, более универсальный защитник. He's one of the most respected managers in the Premier League, a proven winner. So are you confident under Rafa Benitez he's a manager who can improve you as a player? Безусловно, мне 22, и я буду стараться все впитывать как губка и надеюсь то, что это случится с первых же дней, и этот тренер поможет мне, даст мне уверенность и силу, чтобы я прогрессировал дальше. You've mentioned already about the club's fans. So what do you know about Everton as a club, its history and tradition? Everton was born in 1878. Знаю то, что Ириски – этот офис, Ириски in Ukrainian word. Читал историю, почему именно Ириски, но я не нашел правильного ответа, хотел бы узнать. Точного ответа я не нашел. And what do you know about Goodison Park and your thoughts at the stadium being your home? Я хотел бы побывать, когда я прилетал первый раз сюда, и у меня не получилось, потому что игра была на выезде. И мне рассказывали люди, которые были здесь, что это непередаваемая атмосфера, и я хочу ее почувствовать в ближайшие дни. And of course, you have experience of Everton as a youngster. You're a ball boy for Dynamo Kiev in our European game. So, what do you remember about that? Я помню первый матч, когда играли на Goodison Park. Тогда Динамо проиграло Эвертону 2-1. А в Киеве Лукаку забил первый мяч, и я подумал то, что моя родная команда уже дальше не пройдет. Но дальше был очень
очень такой запоминающийся матч. Это для меня самый запоминающийся матч был, который я видел, не в котором я играл. И очень запомнился первый мяч и гол Ярмоленко и Антуныша. Это было нереальное что-то. И еще скажу, это тот матч был, который, наверное, поставили рекорд в Лиге Европы по посещаемости болельщиков. I was going to ask about the fans. Do you remember the Everton fans? Because they're known for being very loud away from home, so especially in Europe. Я как раз тогда стоял возле, близко к фанам Эвертона, и там сидели мои партнеры по команде, и у нас были кепки, тогда Лига Европы. И они менялись с фанами Эвертона на ихние кепки, просто через я не знаю, как объяснить, через какую-то, через стойки, грубо говоря. Там была стенка. You're used to competing for honours. As you mentioned earlier, you're very experienced for a 22-year-old. You're an international. You won the Ukrainian double last season. So do you hope you'll be bringing that experience and a winning mentality to the squad? I hope. Я надеюсь, что я буду приносить пользу этому клубу. Я скромный человек и не буду говорить наперед то, что я приду и что-то сделаю невозможное. Я скромный человек, который хочет прийти и стараться побеждать каждую игру следующую. And you've given up Champions League football in the short term, so why were you prepared to do that? What was the main attraction for you to join Everton? Ну, сейчас весной Динамо Киев не будет играть в Лиге Чемпионов, поэтому я не ушел с Лиги Чемпионов. И в будущем я считаю то, что такая команда, как Эвертон, с большими традициями и с большими амбициями, я думаю, что здесь я вырасту как футболист, как личность, и буду также помогать команде. Why do you feel your game will be suited to the Premier League? Ну, я всегда мечтал играть в Премьер-лиге, и это родина футбола, здесь родился футбол, и я считаю то, что я подойду очень хорошо для этого чемпионата, но для этого нужно время. Надеюсь, не очень много времени для адаптации. And just on the adaptation, you're moving abroad for the first time into a new culture. So how confident do you feel of settling into to Merseyside and Everton as your home? Я себя чувствую очень хорошо на данный момент, и для меня это важно иметь коммуникацию с командой, с тренерским штабом и с фанами. И это для меня самое важное. Для этого нужно выучить язык и понять культуру этого города, этой страны, этого клуба. И я постараюсь в скором времени это все понять и выучить язык. Я буду стараться.